Обновить свой гардероб при таком изобилии товаров, брендов и цен становится все сложнее. Но на помощь приходят современные технологии, а именно новое умное приложение по выбору цвета, типа и фасона одежды. Но обо всем по порядку. Вечный вопрос, что надеть, омрачается походом в торговый центр и бесконечными примерками. Помощь тем, кто хочет одеваться со вкусом, в Петрозаводске создали мобильное приложение. Его автор – стилист с многолетним опытом работы, основатель студии G-Style Кристина Галактионова. Мне очень хотелось, чтобы стилистика шла в ногу со временем. Мы с вами живем в мире цифровых технологий, и мне очень хотелось, чтобы у девушек появился такой шопинг-помощник, который будет всегда и везде с ними. До приложения всегда были какие-то печатные материалы, буклеты, свотчи, тканевые свотчи. Это все хорошо, но девушки периодически забывали их дома, и это как бы абсолютно нормально. Светлое лето или мягкая осень? Чистая весна или темная зима – это специальные названия колоритов. При его определении учитывается оттенок глаз, кожи и волос. Так легче всего подобрать свой образ и правильное цветовое сочетание. Как, например, у нас получилось с терракотовой блузкой. И мы ее смело можем выбрать и можем даже сравнить. Вот так, открыв функцию камера, наглядно видно, что оттенок очень хорошо подходит и, соответственно, так как он из моей палитры, то он отлично подходит мне, и посмотрите, как гармонично он бы вписался в этот образ тоже. Да. Вот она как раз, работа со своей палитрой, когда вы беспроигрышно выбираете вещи в магазине. Карелия – кузница мировых IT-кадров. Для разработки приложения интерфейса Кристина обратилась в одну из карельских компаний. Их совместная работа длилась больше года. Нужно было вот прям с нуля собрать вот эту идею, ее упаковать вот в такой продукт. Здесь загвоздок был вот прям на каждом шагу. То есть нужно было собрать палитры, нужно было... Эти палитры, они же на самом деле очень разные. То есть нам кажется, то, что ну что, палитра 7 цветов всего. Мы погрузились и, мне кажется, сделали вот прям крутую, очень классную палитру. К слову, приложение я уже опробовала на себе. Результат впечатлил. Мне кажется, образ сложился. Как вам, Супер Анна? Супер образ, мне очень нравится. Бытует мнение, что большинство женщин не любят ходить по магазинам из-за необходимости примерять большое количество одежды. Теперь их проблема решена благодаря современным технологиям. Карельские разработчики программы приложения облегчили женщине непростую задачу – выглядеть стильно и быть красивой. Анна Ильчик, Варвара Ермоленко, служба новостей.